Здравствуйте, в эфире национального телевидения «Чуваши». Информационная программа «Республика» с главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Здоровье. Ветеринарная служба вместе со столичной администрацией проверили точки продажи мяса. Планы на парк. На публичных слушаниях вновь обсуждали проект будущей Амазонии. Обновленные и одинаковые. В центре Чебоксар ремонтируют балконы. Отопительный сезон в республике начнется в срок. Тепло потребители получат уже 1 октября. Готовность объектов топливно-энергетического комплекса сегодня обсуждали на совещании в Доме правительства. Сегодня из 4054 многоквартирных домов, это которые подключены к централизованной системе теплоснабжения, опрессовано 4040, что составляет практически 99,8%. Паспорта готовности получены более чем на 96 многоквартирных жилых домов. И, как вы уже отметили, Михаил Васильевич, сегодня полностью работы завершены в 7 муниципальных образованиях. Особенно активно ведется работа по подготовке социальных объектов. Тепло в детских садах, школах и больницах должно появиться раньше, уже в конце сентября. Пока рисков срыва начала отопительного сезона нет. Все проблемные вопросы удалось решить. У нас была проблема, это по городу Канашу, в связи с тем, что промтрактор, вагон, в принципе, отказался подавать тепло потребителям. Сегодня строятся две блочные модульные котельные, от которых будет практически получать тепло 112 многоквартирных жилых домов. Это 9907 квартир и порядка 26749 человек. Руководитель регионального Минстроя отметил, что в Чувашии становится все больше многоквартирных домов с системами индивидуального отопления. Это намного удобнее, не зависеть от котельных и ТЭЦ. В Цивильском районе 4 дома также у нас переходит. Сегодня система газоснабжения там завершена более чем на 95%. И по графику производства работ завершение полностью запланировано на 26 сентября. И в Шимушинском районе в 3 домах работы выполнены полностью. Сегодня готовится врезка в существующий газопровод. И также проблем, я думаю, там никаких не будет. Готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону сейчас проверяют и правоохранительные органы. Нарушения ответственные лица стараются устранять оперативно. В отношении 43 должностных лиц были возбуждены административные дела. Одно юридическое лицо было привлечено и один из председателей ТСЖ. По каким муниципалитетам на сегодняшний день со стороны подрядчиков есть нарушение графика работ? Ну, мы вот брали на контроль город Шумерля, город Алатырь. Ну, вот, конечно, в городе Шумерля у нас было больше всего вопросов. Глава республики отметил, что отстающие от графика муниципалитеты должны завершить подготовку объектов в течение 10 дней. Юлия Важенина, Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов. Республика. В правительстве республики детально разберутся с задержкой компенсации за жилищно-коммунальные услуги работникам бюджетной сферы. Сегодня эти и другие вопросы обсуждали на заседании Кабинета министров. Подробности в следующем материале. Субсидии на оплату услуг ЖКХ все нуждающиеся должны были получить до 10 сентября. Руководитель Минтруда региона отмечает, необходимые документы оформили в срок. Работа была проделана огромная. Просто это первая сверка базы данных. 9 числа мы довели до всех министерств, чтобы они издали приказы, заключили соглашение с администрацией муниципальных районов, городских округов, открыли лицевые счета. 1 августа были направлены списки в министерство, и 12 августа, значит, министерство нам доложили, что работа по завершению списков, она завершена. Но сбой все же произошел. Общее количество получателей почти 18500 человек. В июне месяце эти средства трансформировались у нас через уполномоченный орган Министерства труда. Но с учетом того, что законодательную базу изменили и внесли изменения в действующие нормативно-правовые документы, с 1 июля главные распределители средств Министерства должны были трансформировать через муниципальные образования. Это прежде всего общеобразовательные школы, детские сады, те учреждения, которые относятся прежде всего в ведение Минздрава через Минздрав, те учреждения, которые в ведение госспецслужбы через спецслужбу, и так по порядку.
С большой задержкой субсидии получают учителя. Последний денежный транш муниципалитеты отправили только накануне. Муниципальные органы власти уже начали выплачивать, Николай Васильевич. И основная масса муниципальных органов власти выплатили, и остальные ведут работы по начислению и доведению до потребителей этих выплат. Но эту работу было возможно завершить еще в конце лета, отметил глава региона. Михаил Игнатьев призвал провести служебную проверку, виновных необходимо наказать. Руководителю ветеринарной службы республики выговор объявили уже сегодня. Какого на самом деле за упущение в работе придется уволить, надо это делать. Иначе у нас исполнительская дисциплина будет хромать. Завтра в конце рабочего дня доложите, чтобы вот почти 18 500 человек, и эти люди все до одного 100% должны получить. Еще одно поручение главы – разработать проекты реконструкции дорог на селе. На эти цели из Дорожного фонда страны регионам планируют выделить более 8 миллиардов рублей. На следующий год мы можем привлечь не менее 200 миллионов рублей. Вот эту задачу ставлю перед вами. На заседании правительства подвели итоги работы Госкомитета по имущественным и земельным отношениям. Приоритетом для ведомства остается работа по изъятию неиспользуемых участков. За последнее время в оборот было введено более 50 тысяч гектаров. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика. Пожалуй, самая обсуждаемая новость. Состоявшийся в республике 3-й Всероссийский съезд сельских учителей, визит министра образования и науки страны Ольги Васильевой. Сотни учителей с разных регионов обсудили проблемы отрасли, поделились своим опытом и сформировали основные тезисы дальнейшего развития. Итоги съезда и впечатления участников в нашем специальном репортаже. Говорили о разном. Какой должна быть современная школа на селе, ее культурная жизнь, каким должен быть учитель и в чем его миссия, изменятся ли условия жизни на селе и уровень зарплаты. На эти и другие вопросы попытались ответить участники 5 дискуссионных площадок. Понятно, что российское село живет по-разному, но есть общие тенденции, общие проблемы. Одна из основных – профориентация учеников. Важно, чтобы уже в стенах школы ребята определялись с выбором. У нас газовый поселок, и мы привлекаем детей в первую очередь в газовую структуру. То есть предлагаем детям профориентационную работу, провожаем детей именно в газовую промышленность. И, конечно же, мы говорим о преподавательской должности в целом, потому что мы далеко находимся, это северный регион, и нам нужны хорошие специалисты в школу тоже. Коллегу поддержала учительница из республики Саха-Якутия и продолжила тему. Трудовые навыки хорошо, но надо думать и о привлечении на село профессиональных кадров и создании хорошей материально-технической базы. Людмила Александрова работает в агрошколе. Оказывается, есть и такие. Мы очень много зарабатываем, между прочим, наш дети очень хорошо работают. У всех многих трудовые книжки имеют выпуск уже со специальностью. Это все плюсы, конечно, да? А проблема в том, что материально-техническая база в нашей школе остается самое-самое. Во многих школах по-прежнему отсутствуют методические пособия, некоторые учебники. А для агрошкол, особенно северных, очень нужны теплицы, оранжерея, небольшие животноводческие комплексы. В работе съезда участвовал и Сергей Рязанский, председатель организации «Российское движение школьников». В стране очень много детских организаций, которые в данный момент достаточно успешно действуют. Поэтому нам, с одной стороны, легко, потому что уже есть некая база. С другой стороны, нам сложно, потому что мы должны выстроить систему, где эти организации смогут взаимодействовать вместе, обмениваться методиками, проходить вместе курсы повышения квалификации или переобучения, найти общий язык. На съезде министр образования и науки России говорила, что необходимо определиться с базовой школьной программой для начальных классов. Там не должно быть 400 учебников, как сейчас. Кроме того, школы должны соответствовать всем современным стандартам, невзирая на то, где она находится – в городе или на селе. Федеральный министр образования и науки вместе с Михаилом Игнатьевым посетила Янышскую школу, что в Чебоксарском районе. Без преувеличения можно сказать, что это учебное заведение идет в ногу со временем. Здесь используются компьютерные технологии. В школе есть Wi-Fi. Читать классику теперь можно не только в бумажном переплете, но и в электронной библиотеке. Расписание занятий выведено на сенсорное табло. Для отдельных интеллектуалов большая шахматная доска прямо на полу. На встрече с коллективом школы обсудили и ряд вопросов. Приезжаем в эту школу и ставим деревень. Автобусы школьные работают у нас. По правилам
сколько детей можно возить. А мы учителя тоже, вот, мы на рейсовом автобусе, иногда бывает, что мы просто не успеваем на работу. А нет возможности так, чтобы вот учителя тоже могли вместе с ребятами приезжать в школу. Я понимаю. Я готов оказать вам совет. Учителя остаются с детьми в школе допоздна. Здесь много возможностей для дополнительного образования. Но на зарплате это никак не отражается. По возвращению в Москву Ольга Васильева пообещала рассмотреть этот вопрос. На встрече с главой республики федеральный министр отметила, что положительный опыт Чувашии необходимо взять на вооружение другим регионам. Здесь удивительное сочетание традиций и новаторства. Вот та школа, в которой я сегодня была, она меня поразила, очень поразила и многому научила, что, оказывается, можно при небольших действительно затратах, но при очень больших человеческих усилиях сделать вообще маленькое чудо. Те самые традиции, которые свято соблюдаются, они используются в процессе как учебном, так и в дополнительном образовании. И меня поразило то горение учителей, горение самих детей. Все, что там все сделано с такой любовью, вот от такого малыша до взрослого школьника. Михаил Игнатьев отметил, что власти республики и дальше будут уделять пристальное внимание образованию. Конструктивное взаимодействие с федеральным центром уже налажено. И это отметили все участники съезда. Татьяна Филатова, Анастасия Алангина, Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин, Андрей Шоклев. Республика. Развивать свой бизнес в условиях кризиса реально. Национальная телерадиокомпания «Чувашия» совместно со Сбербанком и интернет-агентством «АПЛАБ» представляет образовательно-прикладной курс для предпринимателей, топ-менеджеров, компаний и маркетологов республики «Деловая среда Чувашии». Первый мастер-класс от креативного продюсера национального телевидения «Чувашия» Оксана Очкасова состоялся уже сегодня. Но открыли вы магазин в центре города. И что? Мне как потребителю, например, удобнее ходить в магазин около своего дома, условно, да? Или мне хотелось бы посмотреть заранее ассортимент товаров, который там представлен. Или мне хотелось бы там что-то выбрать, что-то сравнить с чем-то. Большинство компаний не дает этого. Стратегический менеджмент, создание бизнес-проектов, работа с персоналом и интернет-продвижение. На протяжении 11 недель у представителей малого и среднего бизнеса республики будет возможность посещать эти и другие мастер-классы абсолютно бесплатно. Как нам кажется, очень важно, чтобы бизнес развивался. Не все знают маркетинг, не все имеют возможность ему учиться. Я как тренер там, с очень большим стажем и поездками по России, знаю какие-то тенденции, как их можно применить в бизнесе, как их можно использовать себе во благо. И если бизнес будет развиваться, то всем нам, компаниям, которые занимаются и рекламой, и диджитал-технологиями, и всем, кто работает с малым или средним бизнесом, будет намного проще общаться. Первый мастер-класс бизнес-проекта собрал под одной крышей представителей самых разных сфер бизнеса. Мне интересно узнать, что нового в этой области, в области маркетинга, и послушать компетентных людей. Да, я приду еще раз и, может быть, приведу кого-то из компании. Конечно, это утро можно было провести традиционным каким-нибудь способом. Тренировки, какие-то планерки, какие-то, может быть, общение с друзьями. Но, поверьте, я ни на секунду не пожалела, что пришла сюда. Оксане огромное спасибо. Спасибо Сбербанку и Национальной телерадиокомпании. Даже для такого предприятия, как наше, физкультурно-оздоровительные услуги, я нашла очень много нужной информации. Следующий мастер-класс пройдет 21 сентября. Зарегистрироваться на него можно уже сейчас в официальной группе Национальной телерадиокомпании «Чувашии». Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. Существует ли ажиотажный спрос на мясо и не завышают ли продавцы цены на свинину? Эти вопросы выясняли в ходе рейда представители администрации города и станции по борьбе с болезнями животных. Про африканскую чуму свиней сегодня слышали все покупатели. Кто-то не видит никакой угрозы для себя, кто-то, наоборот, отказался от любимого мяса. Но большинство людей выбрали золотую середину. Покупать свинину в магазинах. Павел Яковлев уверен, так безопаснее. Надзорные органы, организации за качеством, откуда поступает свинина, надеемся, следят. Надеемся, значит, безвредно это мясо для нас. И употребляем, поэтому покупаем по той же цене. Во время рейда изучали и цены. Стоимость свинины колеблется. Многие торговые точки устанавливают скидки. Продавцы просто вынуждены сбивать цену. Мясо дорого не берут. Проценты 20 упало.
Скрупулезная проверка не выявила ни одного нарушения. Ажиотажа среди продавцов и покупателей, связанного с карантином по африканской чуме свиней, не наблюдается. Проехались, значит, по нескольким торговым сетям и, значит, прошлись по рынку, да. И, значит, итоги хочу сказать следующее, что все документы у продавцов имеются, значит, все ветеринарные документы, которые должны были быть при продаже мяса свинины, имеются на месте реализации. Фактов поступления мяса свинины из второй угрожаемой зоны или же без документов не установлено в данных торговых точек. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Два одинаковых дома в самом центре Чебоксар, но выглядят они по-разному. В столице республики действует муниципальная программа по ремонту балконов. В 2016 году их должны обновить в 6 жилых домах, в том числе в 2 соседствующих зданиях по проспекту Ленина. Жильцы дома номер 5 реконструкции довольны, но наказы строителям все же есть. Ремонтом мы довольны. Стяжку сделали, немножко подправили, но еще не этот, сказали, какие-то отливы еще будут. По программе 75% средств на ремонт балконов и фасадов выделяет городской бюджет, 25% – собственники жилья. Жильцы дома номер 3 участвовать в софинансировании отказываются. Здание 51-го года постройки является объектом культурного наследия. Жители считают, что привести в порядок их дом должны за счет бюджета. Дом является памятником культуры. Многие думают, что, наверное, что должны быть какие-то деньги полагаться данному дому. Но вообще за содержание дома, за то, что своевременно ремонтировался, отвечают собственники помещений. Вот. Если дом является памятником культуры, соответственно, требования к дому более жестче. То есть требования по выбору подрядчика, то есть там должно выполнять работы специализированная организация, которая имеет лицензию от Минкультуры. Соответственно, все должно быть согласовано с Министерством культуры. В Министерстве культуры Чувашии нам подтвердили такую информацию. Ведомство дает рекомендации подрядным организациям по цвету здания, форме балконов или колонн. А вот ремонт, реконструкция и содержание дома действительно за счет собственников. Так что жителям дома номер 3 по проспекту Ленина придется согласиться с предложением администрации города, либо продолжать жить в доме со старым фасадом. Татьяна Молкова, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин, Республика. Как будет выглядеть парк 500-летия Чебоксар? Об этом накануне говорили в столичной администрации. Проект вынесли на публичное слушание. Наверное, не один чебоксарский архитектор фантазировал, как может выглядеть парк 500-летия Чебоксар. Городские зодчие проектировали, горожане ждали, парк продолжал порастать бурьяном. Однако в 2013 году общественности представили проект этнокомплекса «Амазония», который не только получил финансирование по федеральной целевой программе развития внутреннего туризма, но и обрел крупного инвестора. В рамках проекта уже появилась лестница влюбленных и пруд, однако большая часть пока остается на бумаге. С 2013 года проект претерпел некоторые изменения, так что снова потребовалось проводить публичные слушания. С момента прохождения первых публичных слушаний территория уменьшилась с 72 гектаров до 65 гектар. Поменялись границы, площадь. Соответственно, мы вынуждены были снова разработать генеральный план, внести все изменения, которые потребовали вот эти действия. По сути своей, туристские объекты, все, какие мы намеревались построить, они сохранились в полном объеме. Ничто не изменилось ни по техническим показателям, ни по содержанию, ни по сути, ни по концепции. Единственное, они поменяли место расположения. Запланированные туристические объекты – это спортивные площадки, город аттракционов, ресторан, гостиничный комплекс, музей, торгово-развлекательный центр, такой желанный аквапарк и даже океанариум. Океанариум разработан, океанариум будет. Нам много задают вопросов, на самом ли деле, да,
на самом деле все оно планируется, и инвестор от своих обещаний и слов, по крайней мере, за последние 3 года не отказывался, не отказывается. И я уверена, что все, что мы запроектировали еще в 2013 году, оно все встанет в реальной жизни. Впрочем, столичные архитекторы обнаружили, от перемены мест слагаемых объектов сумма изменилась. Этнокультурных объектов стало меньше, торгово-развлекательных – больше. Отсутствует, как говорили, этнодеревня. В позиции деревни была позиция 13. И отсутствует этнографический комплекс, который нам планировали и обещали. Позиция 3. Это вот довольно-таки большие существенные объекты. Вместо них альтернативы предлагается позиция 12, маленький пупырышек, который здесь нам красиво нарисовали в виде тухи и назвали вот как бы альтернативное такое использование. Раньше оно у нас называлось, вот в этом проекте то же самое было нарисовано, она всего называлась входная зона в этнографический центр. Вот. И сегодня это переименовывается в комплекс Тухья, и говорится, что вот-вот все мы, то, что практически планируем, и все это будет сделано. Правление Союза архитекторов предложило отклонить данный проект и вынести его на градосовет. Данное предложение сопровождалось аплодисментами. Впрочем, аплодировали и другой точки зрения. Директор управления ЖКХ и благоустройства Олег Белов выступил как горожанин, который жил напротив парка много лет. У меня есть ребенок, с которым я не мог там гулять. Я боялся его одного туда отпускать. Да и сам, честно говоря, иногда вечерами боялся там ходить. Может быть, там было много всяких проработок этого всего, но на сегодняшний момент то, что сделано там, и то, что планируется там сделать, меня как горожанина устраивает. Да, можно говорить о деталях каких-то там, может быть, чего-то там не хватает, может быть, не хватает там этноса. Не буду здесь дискутировать, здесь мне тяжело на этот счет говорить. Но я хочу сказать, что я хочу, чтобы все-таки при моей жизни в этом парке был порядок, а не при моих детях там или при моих внуках. Как горожанин я бы хотел, чтобы этот парк был, чтобы он был в ближайшее время, и предлагаю все-таки поддержать этот проект. Все мнения высказаны. Решение за руководством города. Дни борьбы с муковисцидозом проходят в сентябре во всем мире. По одним данным, сегодня в России проживает около 2000 пациентов с этим диагнозом, по другим более 5000. В Чувашии меньше 50. Болезнь неизлечима. Облегчить жизнь пациента может лишь регулярное лечение. В Республиканской детской клинической больнице открылся кабинет кинезиотерапии. Вместе с первыми пациентами его посетила и наша съемочная группа. 1 сентября их сверстники пошли в школу, а эти ребята на плановую госпитализацию. Большинству из них диагноз муковисцидоз был поставлен во младенчестве. О том, что они особенные, ребята знают с детства. Их обеды и ужины сопровождаются приемом лекарств. А в распорядке дня обязательно присутствует лечебная гимнастика и ингаляции. Во всем остальном это обычные дети. Вот и в комнате кинезитерапии ребята быстро нашли, чем заняться. При заболеваниях бронхолегочной системы скапливается мокрота, которую необходимо эвакуировать, иначе в ней будут размножаться патологические микробы, тем самым вызывая хроническое воспаление, снижая качество жизни пациента, снижая их функцию внешнего дыхания. Поэтому основным нужно задачей, которую ставит перед собой кинезитерапевт и врач-пульмонолог совместно с ним, это разработать методики дыхательных упражнений, массажа, лечебной физкультуры, включая и различные аппараты, которые сейчас у нас тоже есть. После разработки методики ребенку назначается индивидуальный комплекс упражнений. Время проведения сеанса зависит от состояния легких. Пропускать процедуру ни в коем случае нельзя. В противном случае эффекта не будет. Кинезитерапия, она подразумевается на какие-то динамические упражнения и статические упражнения. Конечно, динамические упражнения с ребенком делать проще, потому что дети, они все подвижны. А статические упражнения, например, вы можете посмотреть сейчас. Наша медсестра кинезитерапии проводит дренажное положение, которое называется банан. Кабинет кинезитерапии открылся при финансовой поддержке Санкт-Петербургского благотворительного фонда «Острова». Благодаря фонду у ребят появилась возможность ходить на лечебный массаж. Ирина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. Творить добро своими руками решили дошколята, их родители и воспитатели столичного детсада «Эрудит». Вместе они посадили целую аллею деревьев и кустарников в подарок жителям микрорайона «Волжский-3».
«Твори добро» – это не просто экологическая акция. По благоустройству микрорайона считают педагоги и родители. Это настоящий праздник добра. Меня Ольга зовут. Я мама Сережи. Это очень, очень хорошее дело. Вот ребенок сам принимает участие в труде. Для него он какое радостное событие, что он посадил дерево. Потом будет он с участка смотреть, что эти деревья растут, которые он посадил. Да, Сереж? У детей на этот счет есть свое мнение. Ну, чтоб яблоки росли, чтоб был кислород, и мы дышали воздухом. А чтоб был город зеленым, красивым. Цветущий город-сад – мечта каждого малыша. И кто знает, может, благородное дело и в самом деле станет примером для взрослых горожан, которые возьмут, да и посадят такие аллеи в каждом, без исключения, столичном микрорайоне. А пока ребята дали слово, что будут каждый день ухаживать за своими зелеными друзьями вместе со своими воспитателями. И когда-нибудь наш воспитанник, который посадил это дерево, подрастет и придет сюда уже со своим ребенком. Возможно, тоже будет досаживать в эту аллею дошколят новые деревья. И так с каждым деревом наш город будет все красивее, зеленее и чище. Вот так аллея дошколят стала еще одним зеленым арт-объектом, украсившим городской ландшафт. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Свой 50-й день рождения отметил бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года Владимир Андреев. Сегодня в Ледовом дворце Чебоксары-арена спортивная общественность Чувашии поздравляла юбиляра. Легкая атлетика Чувашии всегда была на высоте, причем не раз на высоте олимпийского пьедестала. Владимир Андреев – призер чемпионата Европы, мира и трижды участник главных стартов четырехлетия. Олимпиада в Сиднее стала вершиной спортивной карьеры скорохода. Об этих и других его достижениях помнят и по сей день. Мы должны знать историю спортсменов, историю чувашского спорта и, конечно же, знать, кто с нами рядом работает. Это очень важный момент, подчеркну. Уверен, что вот эти будущие победы, также наша история нам поможет достичь и в будущем новых побед спортивных на международной арене. А сегодня много не хочу говорить. Хочется только поздравить нашего Владимира Васильевича, отличного спортсмена, отличного специалиста. Поздравить одного из героев советского спорта пришли руководители отраслевого министерства, коллеги-спортсмены, участники Олимпийских игр, с которыми когда-то он тренировался на одном стадионе, и те, кто только встал на путь большого спорта. Нельзя остановить нам время, оно всегда бежит вперед. Хочу сказать, что мы были молодыми, да, Володя? И не жалея себя, мы с тобой, с нашими старшими товарищами, мы всегда только шли к победам. И что ты принес такую замечательную, внес лепту в историю нашего чувашского спорта, способствовала примеры нашего старшего поколения. Володя, тебе здоровья, береги себя. С сегодняшнего дня ставь новые цели, новые задачи и добивайся их. Владимир Андреев по-прежнему верен спортивной ходьбе. Он работает в школе Олимпийского резерва. А бронзовая медаль Олимпийских игр стала историей мирового спорта. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. На этом выпуск завершается. Все программы и новости доступны на нашем сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. До свидания.